Между тем, штрафы для банков, повторно нарушивших законодательство о валютном регулировании, возможно, будут значительно увеличены в Казахстане. Соответствующее поручение сегодня озвучил спикер Мажилиса Нурлан Нигматуллин. Что такое 15 МРП для банка? 15 МРП – это порядка 38 тысяч тенге. Разве это сумма для банка? Да и 50 МРП – не такой большой штраф, тем более речь идет о повторном нарушении валютного законодательства. По кодексу об административных нарушениях штрафы для финансовых организаций до 1000 МРП. А что такое 15 МРП для банка второго уровня? Это как слону дробина. Не стесняйтесь, Ирбалат Досаев, внесите адекватные размеры штрафов для банков, когда они не выполняют, тем более повторно, банковское законодательство.